Друзья, всех приветствую! Сегодня будем работать керамогранитом размером 1,20 м на 60 м. Упор поставил из трех ноги. Ну а с другой стороны крепится небольшая подставка. Итак, в первую очередь делаем подрезки. В данном случае это под проем двери. После того, как подрезали по размеру, примерим плитку. Далее замеряем вторую плитку. И также подгоняем. После того, как все приготовили, убираем плитку. Сверху инсталляции лежит гранитная плита, и мы сейчас ее посадим на клей. Клей наношу с двух сторон, гребенкой 6 мм. После чего кладем по уровню. И смотрим, чтобы расстояния с двух сторон были одинаковыми. Далее приступаем к укладке напольной плитки. Мы ее заранее подготовили. Плитку стягиваем СВП. После того, как пол высохнет, делаем разметку отверстий на инсталляцию. Все размеры переносим на бумагу, чтобы без труда перенести размеры на плитку. Отверстия сверлить будем вот таким вот шуруповертом. Проверим зарядку. Батарейка почти полная. Коронка у нас 120-я. Итак, попробуем. Да, скотч слетает. Слишком гладкая плитка. Попробуем отметить фломастером. Ну, вроде что-то видно. Приступаем. Чтобы коронка не грелась, смачиваем водой. Ну вот, вроде все получилось. Далее отмечаем остальные метки. И сверлим алмазной коронкой. Ну а здесь лучше всего вставить губку, намочить, и все пойдет намного быстрее. Лазерный нивелир использую той же фирмы, что и шуруповерт.
приступаем к облицовке инсталляции. Ну а здесь размеры я оставил прямо на стене, так легче сориентироваться. Далее переносим размеры на плитку. И, как вы видите, всю разметку прекрасно видно. Как вы уже поняли, это отверстие под кнопку инсталляции. И чтобы она не лопнула, я все углы прохожу коронкой, чтобы в дальнейшем не было проблем. Здесь я опять применяю шуруповерт. Ну и кому интересно, я на всякий случай оставлю ссылку, где я его приобретал. Ссылка в описании видео. Как вы уже поняли, мы это делаем, чтобы у нас в тонких местах угла не лопнула плитка. Далее приступаем к укладке. Клей применяю Церезит SM16 на гребенку 12 мм. Так как плитка горбатая, гребенка 10 мм будет маловатой. Далее мы будем обходить эту крышку и делать откосы, но это вы увидите в следующей части. А на сегодня у меня все. Всем пока, спасибо за внимание.